это третий корпус. В третьем корпусе расположен спальные места, номера, а также прокат и магазин. Тут такая клумба из подсолнухов. Так, тут виднеется дом приемов. Третий корпус, дом приемов. Также в нем расположен бар караоке. Малиновка. Здесь расположены коттеджи. 4 штуки. И альпийская горка, фонтан с разными растениями. Такие домики. Здесь вот возле этого фонтана расположена лягушка. Вот она, лягушка. Тут также видим различные растения. Еще один домик. Номер 2. Вот это дом номер 3 будет. Там 4-й самый большой. Так, вот здесь тоже есть красивые цветы. Так, идем дальше. Там уже частный дом. Дом номер 3. Дом номер 4. Трехэтажный. Стоимость аренды в сутки, по-моему, 30 тысяч рублей. Также есть беседка там вот, где можно шашлыки сделать. Так, здесь вот мостик есть такой, мост влюбленных. Так, идем дальше. Здесь у нас находится банный комплекс.
Там есть бауни, сани, джакузи и бассейн в этом банном комплексе. А там, по-моему, у нас строится бунгало. Вот это бунгало. До банного комплекса можно приехать на автомобиле, прямо по территории Демидкова. Даже стояночка есть. Вот банный комплекс. Вот строится бунгало. Такие бунгало, сколько там, вроде 6 или 7 штук. Тут уже сделали дорожку даже для них. А это пирс, дорога к пирсу. Швартовка и стоянка платная. Спрашивают у охраны по стоимости в сутки. Мы пришли опять по пляжу. Здесь вот такая дорожка. Еще есть беседка, тоже можно взять в аренду. Там шашлык, дрова. Все можно приготовить, шашлычок. Также есть несколько гамаков. Правда, они уже все продавленные за это лето, но есть и нормальные. Вот такой еще есть.